В Петропавловске заработал центр креативной индустрии, открытый по линии Самрук-Хазынам. Хаб станет местом встречи творческой молодежи и бизнеса, поможет создать новые рабочие места и подготовить конкурентоспособные кадры. Екатерина Белоусова продолжит тему. В хабе общей площадью 2000 квадратных метров каждый сможет получить навыки для развития собственного проекта или прийти с уже готовым стартапом. Мы объединили креаторов и айтишников, а также локальный бизнес на цифровой платформе Creative Hub, которая предназначена для того, чтобы бизнес мог быстро и эффективно находить квалифицированных сотрудников. В открытии приняли участие аким Северо-Казахстанской области Гауэс Нурмухамбетов, вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов, генеральный директор корпоративного фонда «Самрук-Казына Траст» Альфия Адиева и резиденты креативного сообщества области. Президент сказал, что во всем мире креативное пространство – это то пространство, которое объединяет, является точкой притяжения для творческих людей, для интеллектуальных людей, наши молодые люди, которые у нас живут, чтобы они могли находить свои идеи, учиться здесь. Начал свою работу и кабинет 3D-технологий. Сегодня такие специалисты очень востребованы. Креативный класс людей – это те люди, которые имеют определенные навыки, либо там он шить умеет, умеет вязать что-то, либо, ну и опять же, умеет 3D-модели рисовать. В дальнейшем он это все может коммерциализировать. В центре обещают большое количество мастер-классов и интересных мероприятий. На сегодня в креативную индустрию входит 43 вида экономической деятельности. Эльмира Иржанова, Екатерина Белоусова, Информбюро.